Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сбросить к заводским настройкам ваш смартфон TKL 10SE. Для начала разблокируем наше устройство. И затем, давайте яркость чуть выше сделаю. Затем мы переходим в настройки. В настройках мы листаем в самый низ и заходим в подпункт «Система». Далее в «Заводские установки» и жмем «Удалить все данные». Жмем «Сбросить настройки», вписываем пароль, который вы устанавливали на свой телефон, и жмем «Удалить все». Сейчас все файлы будут форматироваться, и наш телефон будет перезагружаться. Давайте немного подождем. Как мы видим, наш смартфон перезагрузился, и нас приветствует окошко первоначальной настройки нашего девайса. Ну и на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!